Всем привет, я Вероника. Я летала в Париж и в Милан. Это были мои первые модельные поездки. И в Париже было очень здорово. Мы работали для хорошего агентства Women в Париже и Women в Милане. В Париже были пока... Было пару мейкап-тестов для от кутюра. Хотели от кутюр. Вот чей-то показ на Fashion Week. И, в принципе, в Париже было много интересных работ, агентство очень хорошее, и девочки все, которые были со мной, были очень довольны. Что еще вам рассказать интересного? И самое-самое интересное, где живут модели? Конечно же, в модельных апартаментах в Европе, везде. Это 6-9 девочек в квартире, 2 комнаты, 3 девочки в комнате, 1 душ, 1 кухня, но мы как-то выживаем, мы как-то справляемся, и, в принципе, все отлично всегда проходит. У меня были только хорошие соседки, поэтому всегда весело, всегда здорово. Вместе ходим на кастинги, поэтому это замечательно. А в хорошее агентство кастинга всегда очень много. Например, в Милане во время сезона Fashion Week по 9 кастингов, по 10, по 15. Девочки очень много работают. Это весь день в кастингах с 8 утра до полуночи. У меня один раз был кастинг что-то в 10 вечера перед показом на Fashion Week. Так что работы много, всегда в Милане много девочек, много кастингов, и очень сложно, но интересно, весело и здорово. Деньги выплачивают моделям после работы, где-то после месяца работ, когда девочка находится за границей, или 2 месяцев. В конце поездки выплачивают столько, сколько она заработала, минус агентство, это твое жилье, перелет, pocket money, какие-то еще тесты. Все это отнимается, и выходит твой чистый заработок модели, которую она возит с собой домой. Очень важным являются личные качества модели, такие как организованность, целеустремленность и настойчивость, конечно же. Все это очень важно в работе. Конечно же, конкуренция влияет на самооценку многих девочек, но если ты уверена в себе, если ты веришь в себя, в свой успех, то никакая конкуренция не может стать препятствием на пути к твоему успеху и карьере. Иногда девочки не проходят какие-то кастинги и очень расстраиваются, потом ничего не делают, но очень важно в этот момент собраться, не сдаваться и дальше ходить по кастингам, и дальше работать, и дальше пытаться что-то с этим делать. Это самое-самое главное, самое важное качество модели – не сдаваться и идти дальше, быть настойчивым и уверенным в себе. Конечно же, модельная жизнь влияет на каждую девочку. Например, я стала более организованнее, пунктуальнее, увереннее в себе, но с этим же стало намного меньше времени для себя и постоянные какие-то разъезды, переезды. Это интересно, но трудно, но это захватывающий, действительно завораживающий мир.